что вы видели, это не фонограмма. Для того, чтобы так играть, вам нужно подключить вот это устройство к любому цифровому пианино, выбрать мелодию и начать играть. Но, как видите, отдельное нажатие клавиш не создает мелодии. Важно играть ритмично и поддерживать темп. Также вы можете добавить экспрессии. Смотрите, сейчас я играю тихо и медленно. Ускоряюсь. И добавляю звук. Если вы хотите получить удовольствие или сделать интерактивную зону на мероприятии, порадовать своих близких красивой игрой, вы можете взять это устройство в аренду или оформить предзаказ на покупку. Записывайтесь на демонстрацию и пробуйте сами.